Всем привет! Ну что, сегодня будем делать апельсиновое варенье. Будем экспериментировать. На самом деле, я когда-то варила, но это было очень давно. Поэтому можно считать, что первый раз, да? Смотрите, что мне нужно будет. Я беру 3 апельсина. И самое главное, что мне сейчас нужно будет. Ну, во-первых, я их помою, натру сначала цедру, с них сниму, ну так немножечко. А потом нужно будет аккуратно почистить, чтобы, в общем, отделить филе апельсина от всего остального. Ну, в общем, покажу, что да как. Ну что, все готово. Я почистила апельсин максимально от любых беленьких кожуры, не знаю, короче, как называется, перепоночки, вот максимально, тут совсем чуть-чуть осталось, уже хватит, достаточно. И цедра. Что я сейчас делаю? Отправляем всю эту красоту в мультиварку. Сюда же цедру и сахар. Все, больше я сюда никаких специй класть не буду, потому что апельсин прекрасен сам по себе. Поставлю на режим суп. Ну, буду смотреть, когда закипит. Ну и смотреть по готовности. Разве не красота? По-моему, красота. Так, все, закрываем. Покажу уже по готовности. Ну что, а теперь я добавляю агар-агар. Вот весь пакетик 10 грамм. 10 грамм рассчитано на 400 миллилитров жидкости. Ну, тут у меня, наверное, 200-250. Прям вот туда же добавляем. И хорошенечко перемешиваю. И теперь в течение, наверное, 2-3 минуток пусть это у меня еще прокипит. Растворится агар-агар хорошенечко. И все, и буду переливать в баночку. Я так думаю, у меня здесь будет одна баночка, и может быть чуть-чуть останется на пробу. Все, кипятим 2 минутки. Запах, конечно, стоит шикарный. Ну, апельсин. Он и в Африке апельсин. Из-за того, что я не увариваю, а добавила агар-агар, варенье загустеет, но при этом сохранит вот свой такой цвет оранжевый. Ну что, как я и предполагала, одна баночка и немножечко на пробу. Боже, ну запах стоит. Запах стоит шикарный. Все, а это мы завтра будем делать блинчики и как раз попробуем варенье. Все, а я на этом попрощаюсь. Хорошего всем вечера, вкусных обедов, ужинов. И экспериментировать. Не только варенье. Ладно, все, хорош болтать. Все, всем пока.
Пока-пока!